Дамы и господа, сегодня я хочу поделиться с вами клиническим случаем лечения мужского бесплодия после перенесенного рака яичка. Мужчина 1977 года рождения обратился ко мне на прием в сентябре 2014 года. То есть как таковых клинических проявлений у него не было, основной жалобой было отсутствие детей в браке. Из особенностей вегетарианства с 20 лет рыбу ест. Здесь, к сожалению, утрачена уже предварительная клиническая информация, но, насколько я помню, то есть вопрос был следующим. Поскольку не были обнаружены сперматозоиды, полностью отсутствовали сперматозоиды в спермограмме, в эякуляте, то было принято решение предварительно о проведении биопсии яичка. И тогда речь шла, либо они поедут в Москву, либо будут выполнять эту процедуру здесь, в Омске. Собственно говоря, ко мне уже они обратились с конкретной просьбой проведение биопсии. Вопрос стоял только в том, какой же это вид азооспермии. Обструктивная связана с тем, что нарушено отведение сперматозоида по семявыносящим путем, либо же это секреторная форма вследствие полного разрушения яичка. Из анамнеза, как мы видим, в диагнозе известно, что в 2011 году было выполнено удаление левого яичка из семенного канатика, после чего он прошел 2 курса полиохимиотерапии с использованием препаратов блеомицин, цисплатин и випизит. Диагноз стоял стадия 1А, то есть раннее обнаружение, никаких метастазов в регионарные лимфоузлы либо отдаленные лимфоузлы не было выявлено. Гистологически это была семенома. Соответственно, предварительный диагноз, поскольку не было четкого понимания процесса, хотя, очевидно, были гормональные обследования на руках, но все-таки не было полной уверенности, все-таки это обструктивная или секреторная форма. Для справки, по блеомицину, что это такое? Это смесь гликопептидных антибиотиков, обладающих противоопухолевым действием. За счет чего? Потому что они подавляют синтез нуклеиновых кислот, преимущественно ДНК и белка. При этом формируется лобильность молекулы ДНК и разрыв одной или нескольких цепочек с образованием свободных радикалов, то бишь фрагментация ДНК. Как мы видим, достаточно серьезное тяжелое повреждение, которое вызывает этот препарат в опухолевых клетках, как наиболее чувствительных к различным токсическим воздействиям, поскольку они активно делятся. Но, естественно, точно такой же чувствительностью обладают и клетки сперматогенеза, поскольку они также делятся весьма и весьма быстро. Так что, в принципе, мы можем предполагать, что на фоне приема применения блеомицина мы получаем повреждение и, естественно, сперматозоидов и сперматогоний, сперматоцитов всех остальных клеток. Цисплатин тоже относится к разряду противоопухолевых препаратов, бифункционально алкилирует нити ДНК, подавляет биосинтез нуклеиновых кислот, вызывает гибель клеток, тормозит синтез ДНК, РНК и белка. То есть, собственно говоря, примерно подобное же действие. И, наконец, випизит останавливает развитие клеток на стадии G2 клеточного цикла. Соответственно, в общем-то, все три препарата обладают токсическим действием на ДНК. Напомню, что ДНК каждой клетки происходит, скажем так, подвергается делению в процессе своей жизнедеятельности. И в этот момент, если происходит какое-то токсическое воздействие на клетку, то это деление может останавливаться либо нарушаться. И, соответственно, чем чаще клетка делится, тем более она подвержена каким-то внешним токсическим воздействиям. То есть спящая либо дремлющая клетка практически нечувствительна к таким повреждениям, а вот активно делящиеся клетки, такие как клетки сперматогенного эпителия, клетки кишечного эпителия и так далее и тому подобное, они повреждаются в первую очередь. Собственно говоря, на этом и основано изучение лучевой болезни, когда после получения какой-то дозы радиации у человека в первую очередь развиваются такие проявления, как бесплодие, острый энтерит, то есть воспаление желудочно-кишечного тракта. На следующем этапе повреждаются клетки красного костного мозга, поскольку они также активно делятся. То есть, собственно говоря, что-то подобное происходит с человеком и при введении химиотерапевтических препаратов. Ну и так, вернемся к нашему случаю. Он был направлен на классические инструментальные лабораторные обследования, необходимые любому человеку перед планируемой операцией. И, собственно говоря, договоренность была следующая, что мы проводим диагностическую пункционную биопсию правого яичка, возможно, его придатка. Если получаем какие-то сперматозоиды, то мы их замораживаем. В перспективе, опять же, при наличии полученных сперматозоидов, возможно проведение фреш-биопсии. Что такое фреш-биопсия?
То есть полученные сперматозоиды мы можем, поскольку нет четкой уверенности, да, что мы там получим сперматозоиды, то, естественно, мы можем только их заморозить. Если же говорить о том, что параллельно супруга подвергается стимуляции овуляции, у нее зреют яйцеклетки, то можно рассматривать вариант фреш-биопсии. То есть в тот день, когда проводится пункция у супруги в программе ВРТ и получает яйцеклетки, то мужчине в этот же день также проводят биопсию яичка либо семеносящих путей, и полученные сперматозоиды используют для оплодотворения яйцеклеток. В чем преимущество фреш-биопсии перед использованием криоконсервированного материала? Ну, естественно, в том, что половые клетки не подвергаются термическому воздействию, то есть они не подвергаются заморозке. Все-таки все утверждают, что все эмбриологи, репродуктологи утверждают, что замороженный материал после разморозки имеет худшее качество, и эмбриологу гораздо сложнее выбрать достойные экземпляры среди полученных сперматозоидов для того, чтобы применить их в программе ВРТ. Поэтому, если есть возможность, сделаем фреш-биопсию. Нет такой возможности, замораживаем материал и используем. Вот. Ну, некоторые нюансы относительно этого момента я расскажу в выводах. Был назначен препарат в качестве подготовки андродоз по 2 капсулы 2 раза в день в течение 2 недель, поскольку речь шла буквально в ближайших сроках проведения программы. Ну, в ближайших сроках, то есть они были программы еще, речь о программе пока не шла на тот момент. Андродоз – это комплексный препарат, в какой-то мере аналог профертила. Вот, туда входят аллергенин, эликарнитин, селен, цинк, кация, ЕКО, энзим Q10, насколько я помню. Поэтому такой набор антиоксидантов в определенной комбинации. Итак, это у нас было 3 сентября. На операции мы встречаемся уже 24 сентября. Он провел обследование, то есть были выявлены небольшие отклонения в виде гипохромной анемии, но в целом каких-либо противопоказаний к проведению операции не было. Итак, сама операция. После обработки операционного поля под внутривенным наркозом при помощи катетера, внутривенного катетера типа бабочка 18 диаметра была выполнена пункция верхнего полюса правого яичка. Ну, сейчас я бы, наверное, все-таки поступил немножко по-другому и начал бы с биопсии сразу же придатка, но в тот момент как бы все-таки я начал с именно биопсии яичка. При осмотре полученного материала эмбриологом были выявлены единичные слабоподвижные сперматозоиды. То есть в целом что-то мы уже получили. Давайте прокомментируем эту информацию. То есть насколько известно из физиологии сперматогенеза, то в ткани яичка сперматозоиды еще подвижностью не обладают. Но вот есть теоретический материал, а есть практический материал. То есть кое-какое движение все-таки было получено. После этого, взяв чуть большего, катетер большего диаметра, была проведена биопсия головки придатка правого яичка. И получено большое количество прогрессивно подвижных сперматозоидов, которые были отправлены на криоконсервацию. Опять же, давайте обсудим эту информацию. То есть, согласно физиологии, в области головки всего лишь 10% имеет прогрессивную подвижность от всех сперматозоидов, которые находятся в этой области. Далее, по мере продвижения по ходу придатка сперматозоидов, имеющих подвижность, становится больше, в области хвоста они, наконец, практически все приобретают эту характеристику. То есть, соответственно, в данном случае мы видим, что, несмотря на физиологические предпосылки, все-таки мы получили достаточно качественные сперматозоиды в большом количестве. Напомню, что придаток яичка состоит из одного протока, который плотно упакован. Соответственно, при пункции этого протока, естественно, мы наносим определенные повреждения, которые в перспективе могут иметь негативные последствия. Выполнено сдавление, компрессия в области пункции, активного кровотечения не было, наложена асептическая повязка. В диагноз уже выносится не азооспермия смешанного генеза, а именно обструктивная, то есть только связанная с обструкцией. Сразу возникает вопрос, чем же вызвана эта обструкция? То есть, собственно говоря, у нее не было каких-то воспалительных процессов в анамнезе, травмы, операция в этой зоне. Но, к сожалению, четко причину на тот момент так установить и не удалось. Ну, будем предполагать, что это связано с той же химиотерапией, возможно, вызвано вторичное воспаление в области придатка, либо хвоста придатка, и сформировалось вторичное воспаление. Хотя никто не исключает перенесенных в юношестве, либо в детстве воспалительных процессов в этой области, которые вызвали эту обструкцию. Хотя вроде бы в анамнезе венерическими заболеваниями он не страдал. В перспективе на контрольных осмотрах жалоб особых не было, принимал препарат, в целом все было хорошо. Итак, в январе 2015 года, да, то бишь через 4-5 месяцев, мы уже встречаемся для того, чтобы провести фреш-биопсию. То есть у нас есть скорее замороженный материал, но помните то, что я говорил о качестве все-таки свежих сперматозоидов, мы договорились о том, что мы проводим эту фреш-биопсию. При осмотре
придатка правого яичка он увеличен в области хвоста, явной инфильтрации не было, то есть, в принципе, все было более-менее благополучно. Он прошел контрольное обследование, и из подготовки был назначен аквадетрим, как источник витамина D в небольшой дозировке, по 5-7 капель с утра, фолиевая кислота, только здесь, наверное, 1 мг, вот, и антрадоз по 2 капсулы 2 раза в день. Все, то есть 25 февраля была проведена пункция, но вот смотрите, как она отличалась уже от первой операции. Соответственно, это вот у нас предоперационный эпикриз, да, а это уже непосредственно протокол самой операции. Сразу же, тот же самый катетер, такой же диаметр, проведена пункция в том же самом месте. При осмотре полученного материала эмбриологом выявлены множественные, то есть их по-прежнему много, но уже слабо подвижные сперматозоиды и единичные прогрессивно подвижные. То есть разница с тем, что было получено 4 месяца назад из этой области, достаточно большая. То есть сперматозоиды практически утратили подвижность, ну и, соответственно, качество их стало хуже. В целом он перенес неплохо саму операцию, но впоследствии, в начале марта, уже появились тянущие боли. При осмотре была выявлена инфильтрация этой зоны, соответственно, были рекомендованы антибактериальные противовоспалительные препараты плюс локальная противовоспалительная терапия, то есть был диагностирован постоперационный эпидидимит. Собственно говоря, ну это вот дальше мы уже просто наблюдаем. А когда мы с ним встретились в марте, информация следующая. После перенеса эмбриона, полученного эмбриона в полость матки, в проведенной программе ЭВРТ беременность не наступила. То есть супруга пойдет к ребродотологу и будет обсуждаться вопрос проведения повторной программы ЭВРТ ЭКО-ИКСИ в конце апреля. Мы договорились, что он будет принимать спиман-спиратон, как бы, и в перспективе все-таки, поскольку, насколько я помню, в той программе, здесь, правда, четко этого не указано, какие сперматозоиды использовались для оплодотворения яйцеклетки, но, по-моему, использовали сперматозоиды, полученные в результате фреш-биопсии. А криоконсервированный материал, по-моему, там было даже 2 или 3 соломинки, то есть, ну, достаточный объем, вот, он сохранился нетронутым. Вот. Позже супруга сообщила, что боли исчезли, спиратон они не смогли найти, была рекомендована замена на спермоплант, препарат почти идентичный, тогда он отличался, сейчас он похож по составу на спиратон. Вот. И она сказала, что в мае планируется проведение следующей программы ВРТ. Ну и вот уже спустя практически год, в феврале 2016 года, супруга обратилась ко мне на прием, но уже как к урологу, на стандартный урологический осмотр, и сообщила, что после проведения этой программы с использованием замороженных сперматозоидов, которые были получены при диагностической биопсии, беременность наступила. Вот. Ну, тут чуть позже проводились определенные обследования по гормональному фону. Здесь вы можете просто посмотреть, как выглядели его некоторые показатели. То есть гормоны щитовидной железы без изменений, я бы даже сказал, что на хорошем уровне. Лютонизирующий гормон 5,6, пролактин не повышен, эстрадиол средние значения, пролактин тоже не повышен. ХГЧ, и он сдавал как маркер опухолевого процесса в яичке, ДГА-сульфат, я бы сказал, даже немножко снижен. Тестостерон в целом при расчете показывает вот такую цифру. То есть единственная яичка после проведения ПХТ и биопсии в целом выдает неплохой уровень 22,4 наномоля. В остальном все как бы без особенностей. Без особенностей. Ну, а вот он сдавал еще витамины. Почему он их сдавал? Потому что он попросил провести оценку его состояния, его здоровья в разрезе вегетарианства. Ну, а поскольку мы знаем, что у вегетарианцев чаще формируются дефициты некоторых витаминов, а именно группы В, ну и некоторых микроэлементов, то вот был проведен такой анализ. Мы видим, что, собственно говоря, показатели по нижним границам в большинстве случаев, как и витамин D, а некоторые витамины В1 и В6 находятся прямо в дефицитной зоне. По омега-3 кислотам они тоже находятся на низком уровне. Итак, давайте сделаем некоторые выводы на основе того материала, который был рассмотрен в данном случае. Итак, проведение полихимиотерапии по поводу рака яичка, ну, в частности, наверное, семеномы, да, имеет смысл здесь добавить, с использованием препаратов блеомицин, цисплатин и вепизит не приводит к необратимому повреждению сперматогенного эпителия. Следующее. Обнаружение азооспермии после проведения полихимиотерапии по поводу рака яичка с использованием данных препаратов всегда говорит о наличии какого-то дополнительного процесса, который привел либо к обструкции
семеносящих путей оставшегося яичка, либо же к разрушению его сперматогенной эпителия. То есть мы не можем исключить наличие какого-то другого состояния, либо заболевания. Вот. Третье. Проведению диагностической биопсии придатка яичка, а именно пеза, перкутанная эпидемальная биопсия, или яичка ТЭЗа или ТЗ, должны предшествовать консервативная лекарственная подготовка с использованием этиологически и патогенетически обоснованных препаратов для улучшения условий сперматогенеза и получения качественных сперматозоидов при биопсии. То есть мы должны понимать, что если мы получим оттуда сперматозоиды, возможно, это будет самый качественный материал, который в перспективе послужит сырьем или источником для наступления беременности. Поэтому, конечно, лучше подготовить мужчину, то есть посмотреть, нет ли у него воспаления, провести противовоспалительную терапию, посмотреть гормональный фон, возможно, антиоксиданты, витамины, минералы, то есть как-то вот позаботиться об этом. Следующий вывод. Обязательным условием проведения диагностической биопсии яичка либо его придатка является возможность выполнения греконсервированного материала. То есть это уже, в принципе, достаточно давно стало правилом, то есть если у вас нет возможности заморозить полученный материал, лучше не проводить диагностическую биопсию, потому что вы видите, что после ее выполнения мы в перспективе получаем прогрессивное ухудшение полученного материала, а просто узнать как факт, что там есть сперматозоиды, никак их не использовав, на самом деле это неправильно. Следующий вывод. Весьма вероятно, что при повторных биопсиях качество полученных материалов будет ниже из-за нанесения механической травмы и вторичного воспаления, а именно эпидермита или архита. И последний вывод, ну и такие более-менее важные выводы, это то, что фреш-биопсия является предпочтительным способом получения сперматозоидов для использования в программе ВРТ и ЭКОИКСе. Но при получении в пунктате или биоптате большого количества прогрессивно подвижных сперматозоидов можно вполне ожидать хорошего результата, а именно наступления беременности даже с использованием замороженного материала. То есть, если при биопсии вы получили много прогрессивно подвижных, можно морозить, в принципе, будет результат. Если получили мало и слабо подвижных, можно морозить, но результат уже, конечно, ожидается гораздо более слабый. И лучше в перспективе рассматривать все-таки фреш-биопсию как источник материала. Вот такой вот клинический случай. Надеюсь, он был вам полезен и интересен. Всего вам хорошего, будьте здоровы и до свидания.